Меня зовут Саша Терехов. Я продолжатель актерской династии. Учился на актерском, иногда работаю как актер. Еще пишу сценарии, монтирую. Но больше всего люблю работу режиссера. В свободное время играю в компьютерные игры и смотрю кино. В 2013 году решил сменить ноутбук. Долго искал, выбирал, сравнивал из разных моделей и фирм. В итоге остановился на Asus N550. Он меня и характеристиками устроил, достаточно производительный, чтобы и помонтировать, и поиграть. И внешним видом, и этот металлический корпус мне очень понравился. Такой монолит, воплощение надежности. Вот. И за все эти годы он меня ни разу не подвел. Я не мыслю своей жизни без творчества. Первый сценарий начинал писать от руки, а теперь все творчество, оно в ноутбуке. Поэтому, ну, без него никуда. Я сейчас работаю над сценарием и думаю про него постоянно. И очень часто бывает, что вот надо прямо здесь, сейчас записать какую-то идею, какой-то текст. И хорошо бы иметь под рукой какое-то компактное устройство с высокой автономностью, позволяющее быстро текст напечатать. Поэтому для меня это, ну, фактически идеальный вариант. Можно брать с собой. И кроме того, он просто очень красивый. А я визуал, для меня это тоже важно. Я хотел поздравить Asus как-то по-особенному и в дороге написал стихотворение. Еще не выучил, поэтому буду с листа читать. Желаю быть всегда на острие прогресса, уметь, как водится, и в мощность, и в дизайн, учиться с неподдельным интересом, творить, любить, стремиться и дерзать. Ты нам в грядущее проложишь трассу, и мы по ней продолжим славный бег. Ведь лучший друг машины – человек, а лучшая машина – это Asus.